что? Три бутылки лимонада, две плитки шоколада, водка, пиво все рекою, еще и плюс колечко золотое. Все есть? Ясно, есть. Короче, ну, где? Давай. Давай. Короче, 5 лет. Главка, не нужно плачь. Ложите, ложите. Денежка. Один размер. Мы же не знаем, как я буду. Масло же на нашей стороне уже пошло. Если наша подарка, то не будет. А у нас, вы видели невесту? Еще не видели. Нет, за 5 гривен мы можем соседним подъезд ходить. Да, купить. Зачем вы в дверь невесту? Я буду продавать. Couldn't thank you enough. I couldn't thank you too much. Mightn't be much. Mightn't look much. Mightn't come to too much. Я полагаю, что тор здесь неуместен. Put a smile's enough. And a touch is enough. Вы так будете торговаться, можно в ЗАГС и не ехать. Мы же да. Вечером не отдадим. Он, сестра у нее такая, что думаешь, сестру А по глазам видно, хочет отдать. Золотая. Золотая. Бесценная. Кстати, если она бесценная, значит надо отдавать без денег. Нет, нет, да. Нет. Даже никаких денег тогда не хватит. Так не прокатит. Денег же никаких не хватит. Вообще к невесте. Уже... Уже, я думаю, можно согласиться. Нет. Закрома так подними сверху, вниз. Я даю. Да свидетели какие-то. Да что это? Он, наверное, в маршрутке работает. Саша, что я? Я пою в них. Вы хоть чуть-чуть невесты покажите, хоть ножку, чтобы увидеть. За что платим-то? За что платим-то? Ей еще обувь надо покупать. Повыше, повыше. Между прочим. Ну вот вам еще, ладно. Ну вот возьмите вот, еще. Давай с этой стороны. С какой? А вот так? Да. Да. О, Боже. С неба. Я тоже могу убирать, одевать, готовить завтра. Я отработаю. Аленушка. Аленушка просила передать, что она согласна. О. На 149. А, ну так. Да. Нас подставили. Какие-то туфли доставают туда, кроссовки, что там есть. Кстати, моя невеста. Вон и сандали. Вот, хороший. Невеста в одной обуви. Саша отказывается и скажет, он тебе на уйти. Невеста в черный. Сегодня они... Аленушка, выходи. Ничего сделать. Все. Виконуючи свою почесну місію, як виконавець обряду, прошу відповісти вас, чи згодна ви, Олена, все життя бути вірним другом Олександру? Так. Чи згоден ви, Олександр, бути вірним другом Олені? Так, згоден. Прошу свідків розстелити весільний рушник. Прошу вас пройти і стати на весільний рушник. Thank you.
носити спільне прізвище Бойченка. Шановні, бажаю вашій сім'ї пройти довгий, красивий шлях. Діждатись радості від дітей. Нехай добра, чесна праця принесе достаток вашому дому. Прийміть свідоцтво про шлюб, як дорогий пам'ятний документ вашої сім'ї, визнаний державою. А ви, батьки, будь ласка, перше, привітайте своїх дітей. За день строителя, так как я профессиональный строитель. Конечно, в третьем поколении. Прораб, истинный прораб, цемент мешает.
Да, цемент, штукатурка. Хорошо, вам. Давайте, выберите меня. Давайте. I found a love. For me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a boy, gentle and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Из рук отцов выпейте бокалы со свадебным напитком, как символ вашего взаимопонимания. Поменьше. Цим вином, чтобы воно вам принесло не только удовлетворение от жажды, а привело вас до того раю, який ви будете мати. Дякую. Передаем свидетельство. Горько, молодий! Горько! Сьогодні ви стали на весіллі рушник, з'єднались твої серця і долі. І написали першу сторіночку своєї життєвої книги. Бажаю, щоб ці книги ваші життєві були тільки добрі діла і добрі слова. Будуйте міцно свій дім і свою сім'ю. І ці цеглинки хай з'єднує велика любов, терпіння вам. Хай вас Бог благословляє, і ми, батьки, вас благословляємо. Щастя вам! Горько! 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 Вийшла Альона із маршрутки. Була бесіда. Дальше. Що дальше? Дальше было 3 месяца в маршрутах. Ездили 3 месяца в маршрутах и наконец начали встречаться, наверное, да? Начали встречаться. Да. Ну я как должен услышать. Начали встречаться. Да. Все. Хорошо. С этим понятно. 3 месяца в маршрутах было достаточно, чтобы уже захотеть встречаться наедине. Слинку, ты у батька вдався, я через 3 месяца тоже женюсь. Поздравляю вас, днем ваших свадеб. Желаю вам прибегатенько довго-довго жити, любили для того, і пройдем довго-довго. Я знаю, що ще я вас прибегаю. Люблю вас, дядько. Цілую вас, дядько. Горько, горько, горько. Около 2 месяцев. Назад. Ну, естественно. И где это было? Это было в Белокопыне. Опять не то. Ну, аплодисменты, молодцы. Видите, романтика. Романтика бывает разная. Вот, здесь с ним познакомил общественный транспорт. Желаю вам сильного счастья. Значит, не справился тебе. Вот так. Горько. Саша, каким бы твое желание было? Рыбка, дай побольше мне ума. Мне ума? Да. Отлично. Хочу поздравить вас
пожелать вам огромного счастья, любви, благополучия, понимания. Пусть не померкнет никогда счастливой жизни Зорька. Пусть будет сладко вам всегда. Ну а сегодня... Зорька! Аленушка, рыбка дала ему ума, говорит, а теперь, Аленушка, твое желание. А мне рыбка дает счастье. Побольше. Ця звуки вуста у темряві. Наяву, а може у сні, ти сказала, сказала, сказала мені. Я твоя. Ти моя. Я твоя. Ти моя. Я твоя.